Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня ко мне на обзор попали часы китайского производителя Forsining, прямиком из Китая. Заказывал часы с AliExpress, дошли они довольно быстро, за пару недель я их, значит, получил. Вот, и, собственно, вот такая вот у нас коробочка, опрятненькая, обычно китайцы присылают в каких-то там кулечках, еще что-то там, а здесь так прям все цивильно, значит, у нас в коробочке, вот такой вот коричневенькая, можно даже поближе ее рассмотреть. Вот такая вот у нас коробочка, сзади есть надпись, соответственно, сайт производителя, как видим, вот. Тут у нас ISO, все дела, в общем, нормально. Так, вот такая у нас коробочка. Ну и, конечно же, перейдем на нормальную камеру и посмотрим уже их поближе, да? Вот, но... Ой, камеру пошатнул. Вот у нас, собственно, коробочка такая вот она. Так, откроем. Тут у нас мягкая подклада, чтобы не разбились. Это у нас типа инструкция. Вот такая не густо, конечно, с инструкцией. Ну и часы как бы не мудреные. Вот такая вот у нас коробка. Так, это мы отложим в сторону. Вот наши часики. Здесь у нас лейбл висит. Forsining, все дела. Ну и, собственно, поближе уже поглядим на наши часики. Да? Вот такие-то они. Часы у нас с автоподзаводом. Есть хронометр, который, кстати, рабочий и нормально. Здесь на 31 день рассчитан. Вот. Цифры у нас, как видите, вот это вот кружочек весь, он у нас приклеен, как видно, к стеклу. Хотя было бы неплохо, если бы на самом циферблате был. И что самое главное, здесь нет никаких надписей спереди. Кроме вот этой вот автоматик, это очень хорошо. Так, тут у нас пленочка на стекле. Сейчас мы ее снимем. Отложим в сторону. Сзади у нас вот наш механизм. Собственно, сам механизм автоподзавода. Это мы тоже здесь пленочку уберем. Так, ну вот у нас, собственно, часики. Без пленочки. Как видим, все хромированное. Так. Часы, по-моему, не водонепроницаемые, так что мочить не рекомендую. Ну, в принципе, легкую влагу они, я думаю, выдержат. Вот такие у нас ремешочек. Такой вот у нас. Так. Ремешочек коричневого цвета, но на камеру он как-то темнее выглядит. Здесь у нас тоже все в пленочках. Пленочки сдерем сейчас. Идет. Так. Так, так. Ремешок у нас не кожаный, это кожзам. Он довольно такой упругий, я бы даже сказал, дубовый. Угу. Сейчас возьмем еще штангуль-циркуль и померяем наши часики. Поглядим, сколько там у нас чего по размеру. Так, штангель-циркуль, конечно, возьму старый дедовский, так что не ругайтесь, он немножко грязненький. Итак, что меряем? Так, ширина часов у нас тут получается 4,5 сантиметра ширина. Так, по толщине у нас здесь 1,5 сантиметра толщина. Так, длина ремешка, сейчас приблизительно глянем. Длина у нас здесь, так, вот так, 12 сантиметров и где-то 4 миллиметра. Это этот ремешок у нас, а этот у нас по длине, а ну-ка, этот у нас 7 сантиметров и 3 миллиметра. Толщина ремешка у нас в самой толстой части примерно 2,3. Ну, здесь так же самое где-то. Вот. В общем, такие вот у нас размеры. Ну, подожди, я сейчас поснимаю потом. Так,
Вот такие вот у нас, собственно, часики. Эта штучка у нас тут, как видите, тут заводит стрелочки. Но заводить их часто не нужно, потому что здесь автоподзавод. Можете их сломать, если постоянно заводить будете. Поэтому не надо. Только в случае необходимости. Вот так. Здесь у нас несколько положений. Если чуть-чуть вытащить, то можно переключать хронометр. Если на полную вытащить, то уже, соответственно, управление стрелками. В общем, такое вот незамысловатое, простое управление. Вот. И сейчас посмотрим, наверное, еще как они смотрятся на руке. Да? Оденем их. Вот мои часы. Ну, мои, конечно, гораздо больше. Как видите, по толщине они. Мои тоже толще. И тяжелее, конечно, мои. Вон себе ремешок металлический. Все металлическое. Так, надо бы снять вот эту лейбу. Уберем сейчас ее. Так. Да давай, снимайся уже. Черт подрай! Вот так вот. Так, и сейчас оденем на руку. Ой. Что-то я камеру цепляю сегодня. Так. Ой. Сильно зажимать не буду. Вот так вот. Так, ну и, собственно, вот так вот они на руке у нас сидят. Как видим. Ну, ремешок, да, очень-очень такой дубовый прямо вообще. Вот так вот это они у нас выглядят здесь. Так, смотрим повнимательней. У нас золотой ободок. Сами часы у нас в серебристом цвете они сделаны. И только ободок у нас в золоте. Собственно, вот такие вот часы. Сейчас посмотрим на другую камеру, как они у нас смотрятся аж в общем виде, да? Если видно будет, конечно. Ну, вот так вот они у нас выглядят, как видим. Так, можно даже взять камеру и пойти на зеркало посмотреть, как они, в общем, будут смотреться, если кто не против, да. Сейчас возьмем камеру и пойдем в коридор, поглядим, что там у нас. Надо здесь свет включить, вот так вот, и посмотрим, как же они у нас смотрятся на руке. Общий вид, ну, здесь как бы слабо видно, потому что, так. Поближе к зеркалу подойдем. Вот так вот они, собственно, смотрятся. Вот такие вот часики. Еще поближе к зеркалу. Ну что, в принципе, выглядит вполне себе неплохо. Очень даже замечательно. Вот такие вот у нас часики. Очень даже замечательно выглядит. Не, на руки смотрятся хорошо. Определенно. Так. Пошуршали обратно на камеру. То есть поставим камеру эту на штатив. И здесь у нас вот так. В общем, что можно сказать по этим часам? В принципе, неплохие, но один минус, то, что вот этот вот ободок с цифрами, как я уже сказал, он приклеен к стеклу. Намного лучше смотрелось бы, если бы оно было приклеено к циферблату. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарищей нету, потому что там заказов немерено уже на сайте, на Алиэкспрессе. Вот, и очень многим нравятся эти часы, имеют высокий рейтинг. В принципе, неплохие. Я даже как-то сразу невнимательный, не определил, что тут циферблат, то есть, ну, цифры на экран, на этот самый, на стекло приклеены, вот, и увидел только, когда их получил, несколько был расстроен, ну, как-то уже, знаете, даже привык, оно просто так необычно смотрится, вот, и как-то уже даже и неплохо, в принципе, ничего так,
нормально. Часики тикают. Что по времени у нас? Без 15, это 16 минут у нас здесь, на компьютере, и 16, вернее, 46 минут, и 46 здесь. Ну, в общем-то, нормально. Вот, как они будут, не будут отставать? Ну, я думаю, отставать по-любому будут, потому что иногда, как бы, ну, сами понимаете, то есть, подзаводить их там или еще что-то там надо, вот. Если не пользуешься ими, они там могут остановиться, и как бы немножко время того. Вот, ну, это не проблема, то есть, взял, подкрутил там и пошел. Куда надо, по делам, да, одел часы на руку, и все, и нормально. В общем, классные часы. Прям вообще такие клевые, среднего размера, скажем так, мужские часы. И они, кстати, все это дело легкое. Они за счет того, что они немножко меньше, чем мои. Вот, ремешок у нас здесь этот самый, типа кожа, ну этот, пу, кожа. Дермантин по-нашему. Вот, они, конечно же, гораздо легче. И ощущается, в принципе, на руке сидят неплохо. За счет того, что ремешок довольно жесткий. Ну, он разносится, в принципе, со временем. Так что нормально. Вот такие вот у нас сегодня часы были. Forsining. Вот, ссылочка, значит, будет в описании. Так что смотрите, переходите. Кому надо, что там, заказывайте. Ну и, соответственно, подписываемся на канал. Ставим лайки, комментируем видео. И делаем репостики. Вам это будет несложно, а мне очень полезно. Так что всем спасибо за просмотр. Пока!